Сейчас у нас The Rapid Angel, да? Well, anyway! Now... Caveman. Caveman. Caveman, нет, нет, next. Next commentator is a delicatess. And he's gonna commentate the game named The Rapid Angel. Like I was saying, the runner of this game is Caveman DCG. Кирилл убьет нас за... А, аниме пошло, да, аниме, хайп, аниме. Спасибо огромное, что вы сразу с нами. Надеемся... Надеемся, что вас все устраивает. Вопросов, почему это в топе, возрастает вдвое. Ну да, астрологи предвещают. Я уже, даже я уже привык к тому, что эти вопросы, хотя мне больше всего пекло от них. Огромное спасибо, что вы с нами, и оставайтесь, впереди еще целая неделя классных игр 24/7, будем мы с вами здесь сидеть. Уже получается, настолько быстро все пролетело, то что уже 6 дней. Да, уже 6 дней. У них глубокая ночь. Глубокая ночь, да. 4, а ну, утро уже наступило, 4 же утра, так что... Поэтому самые топовые хайповые игры идут сейчас в наш прайм-тайм. Да, людей в зале мало, потому что, ну да, поздний час, как... Вспоминаю то, что у нас было 4:30, наш Супер Метроид. Казалось бы, хорошая игра, интересная. Но 4:30, извини меня, далеко частично, не вся. Частично, да, нам было категорически тяжело ее... Но мы стараемся для вас. Хотя это вот, опять же повторюсь, вот это та игра, которая вот, ну, я на каждом... На каждом ГДК я ее смотрел. То есть я знаком вот ней вот исключительно по ГДК. Эй, стример, откуда вы стримите? Мы стримим из GLHFM, город Москва. Москва, the capital of the Russian Federation. Ой. Все включены, да? Я, наверное, все-таки оставлю это сиденье, вернусь к вам через пару часиков. Чё? Я не помню, что. Пока. Пока, что? Просто решил свалить. Ну да. Я по расписанию свое все откомментировал. Ну, эти пацаны великие парни, они сидели тут всю ночь. Я между прочим, с 6 утра здесь сижу. Вот. Да, а я тут тоже сутки, так. Как бы. Нормально, ну, поджаловаться, идите спать. Нормально. Не, ну я да, поспал. Так что было бы неплохо все-таки съездить домой, верно. А потом Спайро. Прям. Heroes of the Dragon, прям. Следующая игра у меня, наверное, в 5 утра я присоединюсь на Sparkstra. В 5 утра? Ой, в 5 вечера. И буду вплоть до 9 вечера. Вот, поэтому увидимся. Так что, да, я на... Не знаю, сейчас, не сейчас, ну пока что, наверное, из кадра... Комментаторов поменяйте. Я сделаю, видите. Окей. Ну и, короче, да. Скоро я... Отъеду, так что появлюсь вечером. Я все еще тут, так что если что. Так что у нас там? Комментаторы. $25 from seriously. Save the cat now. Save the animals later. Frames will never be as important as animals. $55 from Livid Hatter. The hype train has arrived. Hype 2! $15 from Griffin H. Shout out to all the doctors, EMTs, volunteers, and other trained professionals who take their time on this planet to help others. Also, shout out to all the runners and staff volunteers at GDQ. Woo! Hype! Keep up the great work, everyone. Готовимся, сейчас доготовимся, да, и все, включим обратно. Сетап. Was made and leotard. Made are pretty formidable. Men. Yep. I don't know who those guys are actually. That's our boss. That's the raccoon.
Where? As an anime girl. Oh. Oh, so. I thought you said there was a raccoon. Yeah. Where? The little bandit mask thing? Oh, okay. We have $50 I guess, for Meme God. I've watched so many times, and now I have the money I can finally donate. Feel so happy that it's going to a good cause. $25 from Ethan Lauer. Shoutouts to Caveman for always keeping GDQs in supply of hot games. Best of luck on the run of the Rapid Angel. The. This a hot game? It's very high tension, comical action. It does game. Have high tension. I like how that question just destroyed you. Like of course it is. Yeah, it has to be. Yeah. Available on every PSN. Doesn't matter. This is a Japanese game. You can get it wherever you are. Oh, don't spoil the gameplay. That's true. You don't want to tease anything. Here's my high scores. Shouts to a Sprayed. Shoutouts to... No, that's Swordsman Kirby. Oh, whenever I'm ready. SK Raid. Got it. Well, it's time then. Так, а мы сейчас уже начнем. Это... Как же там написано было? Сейчас погодим. So, play this game, you got a couple characters. You have girl, you have guy with sword, but over here you have girl. Планшет есть. Кайску Тэнши по-японски. О, и игра началась. Да, мы сменим экран. Нали. И графика сразу видите, как будто нарисована в Paint. Это, ну, топовая игра ноунеймовского производителя. So there's two endings in this game. There's a cat. Да. И они тут говорят, что у них... Вообще, эта игра очень странная. В самом начале вам предоставляется встретиться с котом, который оказывается какой-то маг, который влияет на исход игры. И если вы убиваете кота, то это bad ending, плохой конец. Если сохраняете кота, ну, save the animal, соответственно, то будет хороший конец. Вот. Все, я рассказал про игру, ребят. Больше ничего интересного нет. Вообще прикольно. Тут много различных персонажей. И вообще мы играем за девочек в основном. Но позже открываются еще... Вот этот вот тоже персонаж, который босс, тоже откроется потом. Вообще вроде 5 или 6 персонажей. И мы играем... Наша фирма называется «Быстрый ангел», потому что мы работаем в фирме доставки. Непонятно, правда, чего доставляем. Наверное, лещей доставляем людям, которые нам не нравятся. Вот поэтому и быстрая доставка. О, у нас тут раннер фейлит, умирает, ну как бы да. So basically, every boss fight is just you hit him with this two-hit combo, and occasionally you hit him with the spin. The idea is you don't want to knock him down, so you just kind of stun lock him. If I do a three-hit combo, they'll knock down, and that'll drastically affect my DPS. So I don't want that. I gotta maximize my deeps. You need a good DPS rotation. Yes. Еще чем интересно? Да, я вернулся. Игра. Ну как интересно, мы загоняем босса в угол и просто проводим обычную атаку и, ну, и забираем его на изичах. Такое себе, конечно. Ну, как бы простой девелопер сильно не заморачивался на файтинг части, поэтому, наверное, все так легко. Я открыл чатик. Это фаст-раны, да, ребят? Фаст-раны, быстрая ходьба, быстрый бег. Скоростной бег, как хотите, так переводите. Интересно, что действительно эту игру портировали на PSX, на PS3 в 2013 году. PSX это PSP, Portable PSP. Ну да, PSP немного привычный. Rect Reset, но я не сильно смотрю за игрой, но тут тоже непонятно. Во-первых, весь текст на японском, и перевода вообще сейчас нету, и что интересно,
старая игра 90 какого-то года на PS, или не на PS1, может быть, почти 2000 года. О, парень рак, ребят. Парень рак. С клешнёй. Топовая тема. Ну, как видите, он просто затыкивается девочкой. Он тык-тык-тык-тык и... изи. What a boss, what a handy boss. Maybe it's not for a hand, maybe his hand is inside the claw. We can't make these kinds of assumptions. That boss didn't land for a while, I'm just gonna comment on that. Yeah, you can do that sometimes. Опа, это персонаж из Лола. Но только, правда, зеленый должен был быть. So here's High Heel Robot Lady. Девочки побеждают дотеров. Вот, ребят, не играйте в доту. Ну, шутка, конечно, дота хорошая игра. Кап прайд. Темный уровень в пещерах. Как будто темные, там все-то углы чуть затемнили. Но тоже неплохо. А, да, о чем я хотел сказать. Персонажей почти всех озвучили. В этой игре почти всех персонажей озвучили. Это просто топ какой-то. И еще аниме-вставки есть. Так что, да, эта игра, при том, что имеет очень маленькое спонсирование, что-то типа того, сделано на достаточно качественно, на хорошем уровне. Человек, который спидранит, говорит, сложновато все видеть, потому что он сидит в очках, как вы видите, парень с джойстиком в очках сидит. В темных очках ночью, ну, экстремал, спидранит с черными очками ночью. Я вот тоже сейчас могу одеть очки и говорить, что ничего не видно. Девочка аниме побеждает скелетов. Аниме рулит. У нас все хорошо. ПП маловато, правда, чуть-чуть, но он говорит, все в порядке будет, в порядке. Fortunately for everyone here, I am God's gift to gaming, Caveman, and I can recover flawlessly. Oh, okay, the zombie hit us, which is manipulation for this next boss. И на этой аниме игре уже минус 500 человек. Замечательно. О, аниме маг, аниме маг против аниме мечника. Кто же победит? Ну, конечно же, победит аниме мечник. Они говорят, что это некромен. Сэр. И человек, который вызывает духов, скелетов, все прочее, мертвое. Вообще, многих противников можно пробежать сквозь них. Как же он сейвит время, посмотрите. Топ. О, поел яблочко. Аниме продвигает здоровый образ жизни, ребят, учитесь. Ешь яблоки. Ой, как же без Мекки в аниме сериях. Меча. Конечно же, получить урон от лавы здесь не так больно, как получить леща от робота. Ну, конечно же, наши ноги не расплавятся, это ведь аниме. Правдоподобная игра, ребят. Абсолютно. И на самом деле, вот недавно, вот буквально час назад ознакомился с этой игрой, и она на удивление интересная. Если бы я знал, что есть такая игра, я бы обязательно изучил ее. Потому что платформинг, видно, что управление достаточно солидное, в порядке все с управлением. Файтинг-система тоже несложная. ХП есть. Жалко, нет маны, конечно, но, в принципе, нормально. Еще эта игра на время. То есть, вон, видите, 90 секунд, и она отсчитывается назад. То есть, спидран изначально.
Действительно интересная игра. Не считая того, что она аниме. Ну там деньги, йен мы пробежали. Осталось 10 минут. Седьмая сцена зачищена. И вот снова мы встречаем мечника. Это, наверное, Саски в будущем. Кто же победит? Наруто фаны? Или аниме-девочка? Аниме... За... Кто за аниме-девочку? Тут пишите, что там, ох, не ему? Или как-то так? А за... А, нет, Саски уже проиграл, неважно. Полицейские с мечами, норм. Достаточно скоростная игра, ну так сказать, чтобы персонаж быстрый. О, атакует. Тоже быстро. Не выглядит как сложная игра, точно. О, аниме-девочка, Тян Файтинг. И противника озвучили еще. Дерись, дерись за свою жизнь. Нет. Так я не шучу. Действительно интересная игра. Мне нравится лично. Не знаю, как вам. Судя по количеству зрителей, она не сильно нравится людям. За нами бежит кустик, из которого вылетают кошки. И атакует противника. Вот такой вот power up. Девочка летает. Летающая Тян аниме. Или аниме-мечник. Естественно, аниме-мечник выигрывает. Easy fight. I mean, the sound effect isn't even like extra catty compared to like the other sound effects. It's just someone going Nyan. Is that? Or like Nyan. I don't know, like a cat sound that... I didn't even hear the cat sound. There is a cat sound, yeah. It's very quiet. Да, одна на кулаках, другая с ножом. Ну, снова на кулаках, это Тян Файтинг Аген. Но они магию знают, а мы не знаем магию. Вот смотрите, сейчас будет Хадукин, насколько я знаю. Пускай Хадукин, пока не умерла. А, не пустила Хадукин, жалко. Говорит... Я не знаю лор, мне придется посмотреть. Да, действительно, здесь на стенах все на японском, все на японском. Игра вообще не переведена. Просто доставщиков обламываем, то есть мы не просто уничтожаем плохих парней и девочек, и так еще и конкурентов подрезаем. Топовая игра, топовая игра. И снова мечник. Саски возвращение. Третье, по-моему, уже. Ну, этот парень, говорят, играет на укулеле. Замечательный инструмент. Они говорят, я не знаю, почему я играю за эту девочку. Тасс-бот играет за эту девочку, и поэтому я играю за эту девочку. Вот такое вот логичное объяснение. И мы сражаемся против мага и духа. И меч, естественно, всех их легко разрезает. Нам нужно убить только вот эту... Вот этого мага. Но поскольку призрак встает на нашем пути, он тоже умирает. Не, комментаторы норм, конечно. Посмотрите, это лама-бот. Лама-бот, это дух альпаки. Дышащий огнем. Топ-гейм. Почему только 6 лап? Непонятно. Опа, что внутри? Что внутри? А. Пацаны сидели внутри.
Они спрашивают, это мировой рекорд будет? Нет, не будет. О, горничные, даже горничные здесь умеют драться. Это True Anime Gaming. Она только что пустила стрелу из полотенца. А нет, это поднос. А она с подносом может делать полотенце. Magic. Ау. Why are we keep here? Doing it? I don't know. Actually, I invited you because I like you guys. That's true. You're my friends. Он говорит, ребята, которые на диване, говорит, там, я вас пригласил, потому что вы мои друзья, и я хочу с вами поделиться этой замечательной игрой. Это gear, а? Это gear. Sick jumps, right? Просто сумасшедшие прыжки тут. Зачем мы зачем владелец своего поместья поместил пики точеные в своем коридоре? Зачем? Это болезнь графа Дракулы. Всякие такие колючие предметы. Вот Каспер нам подсказывает. И снова аниме-тян в весе аниме-тян. И она такая, you win. Достаточно простая игра, как вы можете видеть. И теперь мы сражаемся против монашки. А, во, вроде бы монашка пускает. Хадукин, сейчас посмотрим. Она с лечилкой там что-то ходит. Может она, сможет. Давай, атакуй, монашка. Нау. Владелец поместья Йок. Это, кстати, объясняет. О, и снова девчонка. Даже две, о. Три аниме тян на экране. Хайп! Magic. Вообще, можно одновременно их зажать в одном углу и... Зажать. Девочка зажимает других двух девочек в углу и, ну, вы понимаете, да? И затыкивает их мечом. Ничего необычного для аниме. Каждый день подобные вещи вижу. Каждый день. Every damn shuffling. Ой, снова у нас кустик с котами вылетающими против, конечно же, дракона. Виверны, не совсем понятно. Верно, откуда ты взял точеную пику? Пойзена вроде нет, аниме тян со шваброй. Горничная, классическая, одна штука. Опасная женщина, посмотрите, как она размахивает. Хорошо вымыла пол, она ж блестит. Да, да. Вон, отражение есть. В скобочках это просто мрамор. Пика с того же поместья. Да, вполне возможно, может быть, это был тот самый йог. Тот самый. И два мага теперь. Это маг помладше, маг постарше, да? Вот как бы аниме-девочка зажимает двоих в углу и извин. Но вообще-то один телепортнулся что-то. Нечестно. Они магию юзают. Вау. Вызвал холодильник. Вызвал холодильник. И забыл подпитать его. И такой, оп, промазал. Он говорит, я даже не знаю, наносит ли этот холодильник урон, так что не хочу трогать его. Последний уровень, ребят. Press X to win. Ну, в принципе, да. У девочки двойная тень. Явная, как бы, понятка. Одна тень от скорости. Первый звук. Okay.
Мы подходим к концу. Часть, где были мемы, кончаются, и сейчас... Сейчас уже придется попрощаться нам с этой игрой. Alright, so, did I kill the cat or did I not? No, he saved it. Oh, jeez. So we're gonna do a revolutionary strategy called... Еще один робот. So you, there's the cat. Ой, cat. The cat. Saved us. Еще аниме девочки. So они забрали почту, ага. Все-таки они почту доставляют. Because we have to choose this button. И нам нужно в этом японском тексте выбрать правильную кнопку. You'd be surprised that I was the first person to discover that. И чё, и всё, ГГ, что ли? Я до конца не досмотрел, чё-то. А, ну да, как же без большого монстра в конце. Ещё и змеи. True anime game. Если бы еще знать лор этой игры, я думаю, никто бы в нее не играл. О, САП 20! САП 20! Класс. О, это всех, кого мы победили. Побоище такое. Побоище, да. Аниме-тян всех затыкало. Тонна трупов, и одна маленькая девочка стоит посреди всего этого. И вот если вы убиваете парня, вы идете в тюрьму. Ну, у нас, по-моему, хорошая концовка. И в конце у нас аниме, конечно же. Ну, наслаждайтесь. Фоточки, все дела. Легчайшее. Просто изи ПТС. Анимация ходьбы тоже топовая. High score. Yeah, high score. SGDQ, конечно же. D Q. What is this? Are there numbers? Here we go. We did it. 16. SGDK 16. Хоть спать отшел. My world record is still my first place. Well, pack up, buddy. Ну вот и все. Вот и кончилось аниме. Спасибо, что смотрели. И двигаемся к следующей игре. Онеме? Надо поменять сцену, да? Квайт должен... Да, Квайта надо подключиться при помощи... По вашей отмашке врываюсь. Ясно. Отмахиваемся. Тогда мы уже отмахиваемся. Мне надо найти Дискорд. Я его не вижу. А, он был открыт. Он в трейске. Блин. Also, this is a video game. You obviously must kill the animals. White light. Чё мышку? А, я понял. А куда заходить? В какой этот? А, мы уже в ГДК сидим, да? А он просто ворваться должен. Ну все, пускай врывается. $50 from Amer. Он сам зайдет, я думаю. Думаешь, я думаю, он да. Он... Пускай заходит, он просто зайдет, да, и все, он же нужен на стриме. $50 from Paul 146. I've been watching GDQ for a couple years now, but I've always been too poor to donate. Glad I can finally help support the cause and kill those animals. $100 from Space Cow. Hi, Sex Rex. I woke up at 3:30 a.m. just to watch your run and say, good job. $5 from Valtscorn. Hey, Caveman, who's your favorite WWE wrestler, and why is it John Cena? Good luck with the run. This goes towards Caveman's choice. $5.01 from Adam Cosby. Shout out to all the great runners and to my boy Harambe. Always great to see Caveman do a run. Hashtag fastpants. $30 from Skelecat.
gotta make sure to get my donation in for the one